Всем большой привет! Хочу показать свой заказ в компании Avon по каталогу номер 10. Вот так выглядел сам каталог. И давайте смотреть, что было в моем заказе. В каталоге 9 мы начинали собирать мили. В 10 можно было продолжить, можно было уже начинать менять на товар. Но если вы продолжаете, то в 11 каталоге последний срок, когда можно будет обменять эти мили на товар. Чтобы заработать еще мили, надо было взять с определенных страниц некоторые товары. Я вам сейчас покажу, которые взяли я и мои подруги. Первый был гель. Гель 500 мл. Живописная Тоскана. Входит аромат нероли и олива. Это кремовый гель для душа. Очень приятного цвета и очень-очень приятного аромата. Аромат мне понравился. Классно им пользоваться. Также вот из этой линейки можно было взять любые средства. Они шли по 145 рублей. Я взяла пенку для умывания. На лето самое то. Она подходит для комбинированной и жирной кожи. И летом такое средство для меня лично очень-очень необходимо. Потому что кожа очень жирной становится в Т-зоне в период жары. И это средство работает неплохо, матирует. Понравилось, поэтому взяла. И второе средство, которое я взяла, оба они у меня уйдут на подарок. Это очищающий гель для лица, для всех типов кожи. В нем 150 миллилитров. Было еще третье средство в заказе. От Avon True. Это был тоник, но он не приехал. Наверное, приедет со следующими заказами. В серии Avon Naturals было заказано два шампуня. Первый — интенсивный уход, ромашка и алоэ. Второй — безупречная чистота, вербена и перечная мята. Ароматы соответствуют названиям. В этих шампунях 250 миллилитров. У меня их постоянно берет одна и та же женщина. И когда у нее заканчиваются, она сразу звонит и просит, чтобы я ей снова заказала ее шампуни. Также к ним была взята маска 125 миллилитров, тоже с ароматом ромашки и алоэ. Интенсивный уход. Кому-то эта линейка не подходит, но тем, кому подходит, они пользуются вновь и вновь. И как бы даже нет такого, чтобы сменить время от времени на другой какой-то продукт. То есть вот у меня знакомая, она постоянно вот ими, и голове нравится, и ей нравится. Дезодорант. Не первый раз у меня уже заказывают такой дезодорант. Те мужчины, которые пользуются у меня, им нравится. Вот. По крайней мере, по отзывам, с утра ушел на работу, вечером пришел, и защиты хватало. 150 миллилитров. В общем, вот эти дезодоранты хвалят. В распродажу уже уходит водичка из серии X-Series. Вот с таким названием. Этот аромат приятен и нравится очень многим мужчинам, как молодым парням, так и взрослым мужчинам. Он не совсем свежий, в нем есть какая-то небольшая пудровость и приятность. В то же время свежесть в нем тоже присутствует. Я зачитаю, что сюда входит. Мандарин входит, кардамон и какао. Вот, наверное, сладость какао с мандарином дает такую прямо какую-то изюминку этому аромату. Он уходит, ну, на смену ему приходит другой аромат. Сейчас в каталоге 10 есть новиночка. Может быть, она тоже не раз понравится нашим мужчинам. В заказе была новинка. Новинка не сама водичка, а ее объем. Персивдью сделали в объеме 30 мл. Несказанно многие рады этому, потому что это аромат лета для очень многих женщин. Я сама довольна, что его сделали. У меня у самой есть
полноразмерная версия. Это такая льдинка красивая. Тут 50 мл. Аромат достаточно свежий, приятный. Мне нравится. В нем есть такая... Ну, вот свежая как раз нота, которая мне очень-очень нравится. Сейчас я вам зачитаю, что в него входит. Фрезия, дыня и сандал. Так, морской цитрусовый аромат. Далее. В заказе был карандаш Марк. Он же был раньше Супер Шоком. Вот так он смотрится. Оттенок. Вот такой. Серебро. У меня такой недавно заказан был. Давайте я вам покажу свой. Вот такой красивый оттенок. Он и серый, и стальной, и серебряный. Красивый. Также была в заказе кисть. Она двухсторонняя. Я покажу тоже свою. Нет, не покажу. А, покажу. Думала, не взяла. Вот так она смотрится на самом деле. Здесь такой спонж прорезиненный. А с этой стороны кисть. Она достаточно плотно набита. Я, например, такой кистью люблю пользоваться кремовыми тенями. Она хорошо набирает и хорошо сама же растушевывает. Спонжем я, например, сама не пользуюсь почти. Крайне редко, чтобы я черный карандаш там растушевала. В основном вот этой кистью. Далее были украшения. Серьги-гвоздики. Я их покажу сейчас сначала в каталоге. А потом покажу, как они смотрятся на самом деле. На странице они выглядят вот так. В разных расцветках. Стоит 149 рублей одна пара. И упакованы в разноцветные коробочки. Коробочки соответствуют цвету серег. У меня были в заказе вот эти розовые, аметистовые и аквамарин. Единственное, мы ошиблись, подумали, что аквамарин будет белый, но это голубой на самом деле цвет. Ну и сейчас я вам покажу. Они пришли и в коробочке, вот в такой. И внутри уже были вот такие коробочки. Привлекательно смотрятся. Вот такие голубые красивые. Розовенькие. Гвоздики. Давайте мы, знаете, одни с вами достанем. Сейчас, чтобы посмотреть сзади, какая застежка. Сейчас достану их. Туго подцепляются. Так, вот. Застежки, крепления вот такие металлические. Мне просто было интересно, металл или такая прорезиненная. Получается металлические. Вроде бы закрепляются. Они бывают, что слабенькие, болтаются. Но вроде бы закрепились. И обратно их возвращаю. Так, следующие. Самые яркие, такие фиолетовые. Все коробочки под цвет. Оригинально смотрятся. И вот такие они.
приятные. Дальше. Дальше в заказе у меня были брюки. Я вам их покажу в каталоге. Назывались они женские брюки. Третьи. Вот эти. Обещают визуальную стройность. Стоили по каталогу 1100 рублей. И я взяла себе размер 46-48, чтобы наверняка в них попасть. Потому что они, говорят, большие мерят. Я раньше покупала подобные. Мне они очень понравились и носила с огромным удовольствием. Материал 76% хлопок, 22% полиэстера и 2% эластана. Ну и давайте я вам покажу их. Приходят они в такой шуршашке, в пакетике. И сами брюки выглядят вот так. У них действительно есть потертости, но не ярко прямо выраженные. Это я вам показываю зад. Резиночка идет по заду. И немножко заниженные кармашки. Вот видите, потертость есть. И спереди. На себе я показывать не буду. Так, вот видно, да, какие оригинальные. Вид потертых брючек действительно есть. И тут дальше. И вперед он уже завышенная талия. У кого есть животики, тем самое то. И они идут как бы резинка. Есть Вейвон, сейчас делают брюки, у которых есть уже сбоку молния. Эти нет. Эти идут как первые модели они делали, еще без всяких молний. И именно эту модель одевать немного сложновато. Например, если вы в жару вспотели, то их одеть и снять немножко будет проблематично. И они идут уже, брюки зауженные. К низу зауженные. Вот видно. Надеюсь, они мне понравятся. Носить буду так же с удовольствием, как и первые. Первые я прямо не снимая, снимала только на стирку, особенно в зимний сезон. И носила с огромным удовольствием. Я больше люблю брюки, чем юбку. Когда есть возможность, ношу брюки. Все, вот такой был мой заказ. Небольшой в этот раз. Мили я свои и подруга свои будем менять уже со следующим заказом. И давайте покажу, какая печатная литература приехала. Это распродажа с 11 вместе каталогом «Фокус». К 11 каталогу. Сам 11 каталог. Мы его сейчас полистаем с вами. Так, ну тут акции. И еще вот есть радуга скидок. Вот такая. Это то, что мы полистаем и посмотрим сейчас. А я с вами прощаюсь. Надеюсь, было полезно. Надеюсь, со мной было интересно. Всем до новых встреч и всем пока!